Некоторые из вас думают, что когда моряк прилетает на контракт, его встречают с цветами, опускают белый парадный трап, и он спокойно заходит на борт судна и приступает к работе. Но это не так. Особенно, когда улетаешь домой, собираешь чемодан, выходишь, тебе нужно спуститься по штормтрапу, внизу тебя ждет буксир, и он говорит, что у тебя только одна попытка, потому что потом они уйдут, и больше шанса не будет. Уже пора вылетать скоро, через 3 часа. На таких волнах я спускался нормально, но с первой попытки вышло. Да, я как-то собирался свою жену пригласить на пароход, и говорю, ну, надо ей показать. Говорю, ты приехала бы ко мне с чемоданом, ну, вот залезла бы так, я, по-моему, это у меня уже 10-й опыт такой. Где-то в ламе постоянно залазил на борт. Вот смотрите, он прыгает 2 метра туда, 2 метра сюда. Вообще бушует все. Да, по-моему, ничего у нас не получится.